Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Владимир. Историческая правда состоит из молчания мертвых. Этьен Рей. Тайна горы Улуру. Есть в Австралии загадочное место под названием гора Урулу. Это очень красивое место, которое таит в себе много загадок. Так аборигены Австралии считают это место священным, а исследователи и ученые до сих пор не могут понять, как появилось это горное образование. Что из себя представляет гора Улуру? Это монолит, который возвышается посреди пустыни. Он один на десятки километров вокруг и хорошо виден не только земли, но также и воздуха, и космоса. Это не скала, это только часть большого, недвижимого мегалита, который уходит вглубь нашей планеты, так считают ученые умы. Если говорить более конкретно, это гора, которая территориально находится, можно сказать, в центре континента, имеет овальную форму длиной 3,6 километров, а шириной 3 километра. Высота этого монолита составляет 348 метров. Как утверждают исследователи, возраст горы составляет около 680 миллионов лет. Гора имеет ряд странных особенностей. Например, она хамелеон. Странная и загадочная гора меняет свой цвет в зависимости от того, как светит солнце. А вот состоит монолит из аркозового песчаника, который образуется вследствие разрушения гранита, так как в составе песчаника присутствует оксид железа, плевый шпат и кварц. Есть несколько научных теорий, которые пытаются объяснить происхождение горы. К примеру, согласно одной из версий, монолит образовался из осадочных пород на месте дна почти высохшего озера Амадиус. А именно, в центре озера был когда-то остров, который разрушался, и его части спрессовались на дне водоема. Через много лет и образовалась гора в результате этих процессов. Вторая версия, согласно которой специалисты предполагают, что австралийский монолит – это результат эрозии, которая происходила в течение длительного времени и постепенно превратила пересеченную местность в плоскую равнину. Возможно, конечно, ученые правы, несмотря на то, что их теория никак не отвечает на ряд вопросов. Они сами в этом признаются. Давайте я отвечу. История повторяется дважды. Сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Карл Маркс. Терекон или терекконник. Отвал. Искусственный насыпь на пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых. Насыпь из отходов и шлаков от различных производств и сжигания твердого топлива. Вы, наверное, поняли, куда я клоню. Так вокруг этого терекона мертвая земля. Много, очень много лет назад в центре Австралии работал огромный завод или фабрика, или шахта, или еще что-то в подобном роде. Вследствие чего вся живая флора и фауна была уничтожена. Можно, конечно, называть эту гору неким природным странным явлением, но я уверен, эта гора лишь один из небольших отпечатков техногенного вмешательства в природу Земли, ведь австралийский континент до такой степени был убит и отравлен, что прошло миллионы лет, и он нам красочно демонстрирует все прелести технократического развития и вмешательства в эко-Земли. Что люди считают чудесами природы, на самом деле отработанный шлак, выжженная, отравленная земля всякой химии. Отсюда, возможно, и странные животные на этом континенте, такие как кенгуру, утконосы и рыбы, лазающие на деревьях. Мутация. В
принципе, вся наша Земля представляет гигантский отработанный карьер. И я уже поднимал эту тему по материалам одного исследователя. Он все по полочкам разложил и разжевал. Но я решил продолжить эту тему на примере загадочного континента и не только его. Супер-Пит, Калгурги, Западная Австралия. Хотя эпоха золотой лихорадки осталась далеко позади, однако обнаруженные в начале 20 века месторождения продолжают выдавать на гора тонны драгоценного металла. Супер-Пит – крупнейший карьер в мире. За самородками ежедневно спускается на глубину 360 метров 550 рабочих. Размеры ямы непрерывно растут. На сегодняшний день ее длина составляет 3500 метров, а ширина – 1500. Попасть на выработку не так и просто. Необходимо либо получить разрешение у владельцев на частный визит, либо купить место в экскурсионном автобусе. Для туристов возвели специальную смотровую площадку, огороженную по периметру стальной сеткой. На информационном табло указывается расписание взрывов, необходимых для расширения шахт. Это уже рук сегодняшнего человека. Пройдет не так много лет, и эта местность затрется, зашлифуется ветрами и дождями, обрастет кустарником, и наши далекие потомки будут думать, что это некое природное образование. Возможно, Землю ждет очередной потоп, и мы увидим вот такое будущее чудо света. Голубая великая дыра в Белизе. А как насчет самой большой кимберлитовой трубки? Кимберлитовая трубка МИР, Россия, Якутия, 1200 метров наружный диаметр и 525 метров глубина. Невероятно завораживающее зрелище, не правда ли? 23 декабря 1980 года в карьере МИР был добыт крупный ювелирный алмаз весом 343 карата, названный в 1981 году в честь предстоящего съезда КПСС. Карьер Бингем Каньон, штат Юта, самый большой действующий карьер в мире. Разработка меди началась в 1863 году и идет до сих пор. Около километра в глубину и 3,5 километра в ширину. Кимберлитовая трубка, большая дыра, UR, самая большая из выкопанных руками, 1097 метров в глубину. Перемещено на поверхность руками, представьте себе, более 22 миллионов тонн породы и добыто 3 тонны алмазов. 50 тысяч шахтеров вырыли шахту с помощью кирок и лопат. Именно здесь, кстати, был найден такой знаменитый алмаз, как Де Бирс. 429 карат. Ну, перейдем, наверное, к чудо-горам прошлого и будущего. Монте-Кале. Самая большая в мире искусственная гора поваренной соли. В Германии на востоке земли Гессен находится самая большая в мире искусственная гора поваренной соли – Монте-Кале, или как ее называют местные жители – Калиманджаро. Гора начала расти в 1973 году в результате добычи поташа – оксида калия, и теперь ее высота превышает 200 метров, а площадь достигает 100 гектар. Огромный отвал содержит около 188 миллионов тонн поваренной соли, загрязняющей, конечно же, почву и местные водоемы. Но чем вам не будущее природное явление? Чудо! А потом следующая цивилизация будет репу чесать и организует парк. Будет водить туда туристов, возможно, даже будут приходить и какие-нибудь паломники и придумают какую-нибудь странную, любопытную, невероятную легенду. Возвращаемся опять в Австралию. Озеро Хиллер. Необычного цвета, не правда ли? В начале 20 века с берегов озера Хиллер началась добыча соли, но продолжилась она всего 6 лет. После этого об этом месте напрочь забыли, так как практически пользы оно не представляло. А вот вам несколько фотографий из Китая. Не правда ли? Романтично. Тоже розового цвета. Пройдет несколько тысячелетий, и, возможно, озеро
поменяет под солнцем, дождем и другими внешними факторами химический свой состав. Но цвет, возможно, останется таким же прекрасным. Да что Китай, и в России, да и во всем мире таких вот озер пруд-пруди. Что хочется сказать? С каждой цивилизацией Земля получает невероятный стресс. Люди как вирус размножаются и уничтожают все живое и неживое ради своего вот такого вот развития. Хорошо ли мы развиваемся и правильный ли путь развития мы выбрали? Я думаю, все-таки нет. Потому что вдруг Земля примет антибиотик и эту цивилизацию, как и тысячи других, уничтожит. А с вами был Владимир. Не загрязняйте природу, вашу мать. Если видео тебе понравилось, тебя палец вверх. Если ты на меня не подписан, конечно же, подпишись и нажимай колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Пока. Будьте свободными.